В Гродно волонтеры БРСМ помогают пожилым и одиноким людям доставить продукты домой. В минувшие выходные на мини-рынке Ольшанка открылась сельскохозяйственная ярмарка. Помочь с доставкой пакетов с продуктами вызвались волонтеры. Напомним, по выходным продолжает работать выездная торговля овощами и фруктами около торгового центра «Олд Сити». Здесь же в будущие выходные будет представлен и рыбный ряд. Вместе с тем, с четверга по воскресенье включительно приобрести плоды нового урожая, саженцы и удобрения можно также на площадке около торгового центра «Виталюр» на Индурском шоссе. Там продолжает работу ярмарка «Агроосень». Волонтеры дежурят не только на этой ярмарке, а также на всех остальных, проводимых в областном центре. Дело в том, что сейчас в городе проходит ежегодная благотворительная акция «Мы помогаем пожилым людям». В ней задействовано 40 человек, которые готовы оказать любую помощь тем, кто в ней нуждается. Ориентиры в основном на пожилых людей, в том числе одиноко проживающих. Кроме того, со вторника и до конца месяца в вечернее время волонтеры будут посещать торговые центры «Олд Сити», «Тринити» и «Корона» на проспекте Янки Купалы, где в очередной раз расскажут о мерах профилактики и важности вакцинации против коронавирусной инфекции. Наши волонтеры будут раздавать листовки о том, что проходит вакцинация на территории этих центров. Будут вести разъяснительную работу, напоминать людям, как важно ходить и не важно, а обязательно носить средства индивидуальной защиты. Так же, как и в прошлом году, во время подъема заболеваемости коронавирусом волонтеры БРСМ помогают с доставкой продуктов, медицинских рецептов и лекарств. Это сделано для того, чтобы минимизировать контакты групп людей, которые находятся в зоне риска. Обратиться за помощью в БРСМ можно на горячую линию по телефону 67 07 61.